Часто-часто дети, когда они одни, бродят в интернете ночи и дни. И порою дети попадают в сети. Кто же им поможет героя где найти? Каспер на помощь придет, он компьютер спасет, сохранит все, что ценно. Каспер непременно. Приключения робота Каспера. Все началось с того, что мама Севы пообещала ему хомячка, трогательного, щекастого, с глазами-бусинками. Сева, в свою очередь, пообещал маме исправить тройку по литературе. Но Пушкин никак не хотел запоминаться, и покупка хомячка откладывалась. Как-то Сева пришел из школы, сел за комп и стал искать информацию о заветном грызуне. Ух, сколько пород! Я думал, хомяк и хомяк. Ну ничего себе! А это что, купить? Прям тут, прям сейчас? Залезайте, все у нас на сайте. Стоит 2 копейки плюс чудо наклейки. Наклейки! Класс! Так, надо зайти. Так, где же он? И взгляд Севы упал на дневник с тройкой по литературе. Тот самый, за обложкой которого Сева хранил пластиковую карточку. Да вот же он, мой хомячок. И клетка бесплатно. В зоомагазине в 5 раз дороже. Вот еще дешевле, не найдешь ты круче. Завтра все достанем, 2 перед до кучи. Сегодня деньги, завтра хомячок и клетка. Даже 2 хомячка, так дешево. Ввести номер карты. Сева, Сева, ну нельзя доверять такие данные первому попавшемуся и, кстати, весьма подозрительному сайту. Не слышат. Чувствую, плакали Севины сбережения. Что же делать-то? О, идея! Я робот Каспер, поступил тревожный сигнал. Осуществляется увод данных с банковской карты на непроверенный ресурс. Каспер, мне нужен хомячок, а не ты. Этот сайт не проверен, таких цен не бывает. Интернет-магазин подозрителен. Не заказывать, не вводить данные карты нельзя. Опасно, опасно. Открываю отзывы покупателей. Сайт обманывает. Деньги забирает, заказ не выполняет. Вот такая история, как робот Каспер спас деньги с карты Севы. Спасибо, Каспер, выручил. Может, еще и Пушкина за меня выучишь? У лукоморья дуб зеленый. Приключения робота Каспера. Продолжение следует.